Первый светофор в Самаре появился здесь, на пересечении Садовой и Льва Толстого в 1948 году, когда самым популярным транспортом был конный трамвайчик. Теперь главного регулировщика движения можно встретить на каждом шагу. И важно, чтобы дети знали значение сигналов и понимали, как вести себя на дороге. Чем больше ребенку напоминаешь, тем больше у него это откладывается в памяти. И уже когда он выходит на проезжую часть, естественно, он вспоминает все эти уроки, вспоминает вот эти вот яркие моменты праздника и, естественно, делает так, как ему говорили. А когда видит он пример родителя, который неправильно переходит проезжую часть, опять же, откладывается негатив. Поэтому чем больше таких праздников будет, тем больше жизни мы сохраним. Яркий праздник для детей от ГИБДД – день рождения светофора. Чтобы еще раз напомнить о правилах перехода через дорогу не только маленьким участникам движения, но и взрослым. Вы должны работу проводить родители, да, со своими детьми, уделять внимание, да, рассказывать им, как правильно вести себя на дороге, чтобы они не считали глупостей. С маленькими детьми, конечно, нужно постоянно ходить вместе, да, не позволять им там убегать на проезжую часть. С начала года в Самаре произошло 71 ДТП с участием детей, трое погибли. И это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.